нами по-прежнему адекватно Airtel. И мы смотрим четвертый матч на нашей трансляции и вступают в бой. Ну, тяжеловеса. Тяжеловес, это действительно грамотное слово. Invictus Gaming, которые уже обеспечили себе проход в плей-офф. Пока, правда, непонятно с какого места. Но, тем не менее, у них счет 4-1, и они себя очень хорошо чувствуют. А вот LGD Forever Young счет 3-2. В подвешенном, ребята, состоянии. Находится пока на четвертой позиции в таблице. Ну и, соответственно, проигрывать им нежелательно. Не критично, если проиграют, но не рекомендуется. Они проиграли коллективу, которому не должны были проигрывать. Team Serenity, это, конечно, хорошо. Они достаточно часто участники тоже закрытой квалификации Китая. Но все же, где они, где LGD Forever Young. Но, тем не менее, размотали их там знатно. Это Best of 1 серия. Всякое может случиться. Где-то что-то может пойти не так. И все покатится в одно известное место. Но пока отчасти пики сделаны. И мы опять видим от Монета, скорее всего, Мирану, которую уже успели сегодня посмотреть, и вижу то, что LGD точно не намерены здесь проигрывать. Да, победа им это очень нужна. Ну, не сказать, что Invictus Gaming, конечно, победа это не нужна, да, все-таки закрепиться на первой позиции им было бы тоже хорошо, поэтому, конечно, IG будут бороться. Но вообще, противостояние должно быть очень и очень интересным. LGD Forever Young мы сегодня с вами еще посмотрим. У них будет финальный босс, скажем так, в этой групповой стадии. Это команда FTD, которая сейчас тоже рвется на первую позицию. Вот, и поэтому для команды LFY остались очень грозные соперники. Надо последние 2 балла прям с трудом завоевывать. Но получится, да, проигрывать больше нельзя, но вот этот босс силен, продраться через него будет не так-то просто. Пока лишь Рак и Брю на стороне Invictus Gaming не показывают ничего нового, но и пока не расстраивают. То есть карта не раскрыта, есть лишь Рак, который комбинируется с огромным количеством персонажей, и Брю, который вот, ну, как типичный врыватор, здесь сказать нечего. Он просто существует, и ничего Инвиктусы не показали, поэтому баны приходится делать как-то по сигнатуркам, пытаться идти, что-то в этом роде. И интересно, на какую позицию Лишрак отправится. Судя по всему, это саппорт, раз вот так вот на ФП взят, но четверочка ли это? Ну, LFI тоже так могут подумать. Ну вот, мол, взял противник на ФП себе Лишака, наверное, все-таки они не будут его ставить коргером, поставят суппортом. Ну и там, возможно, каким-то образом проигнорируют. Хотя, конечно, этот персонаж может пойти куда угодно. И сейчас вообще такая мета, сейчас такое видение доты у игроков, что вот куда отправится персонаж, они решают только при последнем пике. Да, берут таких персонажей, которые можно переставить с одной позиции на другую, и, соответственно, переиграть все в последний момент, обхитрив и самих себя, и своих противников. Не всегда это хорошо заканчивается, но возможность есть, это самое главное. Вот и делается сейчас последний бан второй стадии команды LGD Forever Young, и будем смотреть, что они здесь выберут. Пока тут хорошенько все равно по четверкам прошлись, как ты видишь, первые 3 бана были сделаны замечательно команда LGD Forever Young, но в целом я могу сказать, что у Invictus'ов Бабока это явно не самая слабая их сторона, я бы даже сказала, самая сильная. Один из тех героев, которые... не героев, точнее, игроков, которые задают тренды на своей позиции в китайском регионе и показывал удивительные вещи на отдельных персонажах. Ну, допустим, вот, например, меня впечатляло очень сильно вот Dark Willow, которая там, когда только появилась, на даке где-нибудь, это было невероятное исполнение от него. Дальше тоже там легче не становилось. При этом я хотел бы подметить, что все-таки он, как мне кажется, по игре идет на спад. Многие аналитики тоже подмечали, комментаторы тоже, что вот раньше Бубока, ну, действительно тащил, удивлял. Он был, наверное, лучшей четверкой Китая в какой-то момент времени, может быть, вот год назад. Потом все-таки его игра пошла на спад. Может быть, это связано с тем, что вот у него состав обновился, и теперь с этой командой он уже не выглядит так ярко, как хотелось бы. Ну, скорее, больше повлияло развитие игры четверок. Очень много патчей влияет на саппортов. И да, я думаю, что просто стиль игры совершенно не то, что год назад. Это на многих четверку повлияло, не только на Бубоку. И они вроде как не стали слабее, но они перестали находить себе место на карте. Вот это действительно становится небольшой проблемой. Но все равно я не могу сказать, что он прям слаб. Я бы даже все равно его выделила бы как одного из стоящих четверок на данный момент. Ну, просто вот уже не увидим мы легендарного Бобоки на Рикимару, легендарного Бобоки на Манки Кинге. Мы не увидим. На Таске, ну, может быть, но очень редко сейчас. Вот Dark Willow ты подметил. Где Dark Willow сейчас? Нет ее. Ни в банах, ни в пиках, скорее всего, да, не появится. Да, ну вот и поэтому и Бобока пропал. ВР-ка тоже пока непонятно куда. Ну, да. ВР-ка вот в СНГ вчера несколько матчей зацепил, на позиции суппорта любит и... На миде она там раза 2 на моей памяти было. Кто-то на мид ставит. Mm-hmm. Опять же, вот тоже, как и Лишак, многофункциональный персонаж. Очень вариативный. Куда захочешь, туда и поставишь. Поэтому LFI не держит в таком состоянии неопределенности.
Ну, пока только две линии можно выделить точно с разных сторон. Это Брюна сложная, ой-ой-ой, фантомка. О-о-о-о, это Миран Мит, видимо, все. Здесь уже особо не поставишь. Ну, тут, в принципе, это не важно. Можно отдать также монету и поставить на Мит. Тут только позиция имеет значение. Но это сильно порушит планы Брюмастеру, который планировал именно Мирану ограничивать в фарме за счет пива. Но в целом облить пивом и фантомку тоже плохо не будет выглядеть. Какой-то очень опасный пик от Яо сейчас. Они достали эту фантомку из таких закромов. Я вот честно не могу сказать, когда последний раз я вообще фантомку... Вчера была на... От LFI? Нет, она была не на китайском регионе, она была на СНГ, но, по-моему, последняя игра. Я про LFI конкретно говорю. Ой. Я помню, что они играли в том сезоне. Было несколько матчей. И помню, что супер на ней откатывал центр. Вот LFI просто не так много появлялись в этом сезоне, чтобы прям... говорить о них, поэтому может где-то там в квалификациях в каком-то моменте. Понимаешь, я ни одного матча с LFI не пропускаю. Вот в этом вся суть. Да, я достаточно много Китая посмотрела в этом сезоне и могу тебе сказать то, что я вообще в китайском регионе фантомок я не помню. Это не характерный герой для региона, согласен полностью. Посмотрим, это очень интересно, но вот Q, например, не растерялся, и он практически моментально пикнул себе Эмбер Спирита. Да, ну, себе, естественно, выбор. Для своего мидера. Отличный выбор. Пока что наблюдаем очень много магического демеджа от Invictus Gaming. Я все-таки думаю, что какая бы эта Windranger ни была по позиции, все равно у нее будет появляться Мейлштром. Так что демеджа здесь уйма. И даже миссы, которые есть у Фантомки, они не сказать, что сильно зарешают. Причем Эмбер Спирит один, наверное, из лучших героев против Фантом Ассасин. Фантом Ассасин нужно, чтобы цель находилась неподвижно в стоячем желательно положении и желательно в стане. Тогда Фантомка, конечно, разорвет, ДПС у нее жуткий. Но Эмбер Спирит — это герой, который вообще не стоит на месте. Он даже чисто физически не находится в одной точке больше одной секунды. Он в драке ремнанты, слайд оф физ, там летает, что-то прыгает. И Фантомке зачастую бывает очень сложно Эмбер Спирита поймать. И вот поимка Эмбер Спирит, наверное, одно из самых главных... Одна из самых главных задач, которую нужно решить, будет Яо и его компании. Да, пока ловить откровенно нечем. Ну, какой-то шальной стан от Элдер Тайтана, может быть. Какие-то шальные каски. Потому что все-таки стан кастуется долго, Эмбер очень мобильный, он вряд ли попадется, если у него все будет благополучно. Но каска тоже выйдется при желании ремнантом. Сюда Майнцер минус Хаскар, ласт пик от Invictus Gaming. Ну что ж, мы получаем с вами VR-ку, скорее всего, на позиции саппорта. Лишак, наверное, суппорт позиция четвертая, Брю сложный, Эмбер мид, вот керри бы для агрессива увидеть. Ну, мне кажется, Лишак тогда уж скорее пятерка, если Виндрейнджер, потому что ВР-ка с предметами может сделать больше, чем Лишак, она даже в лейт может потенциально быть. А Лишак с предметами не нравится тебе? Ну, он все равно, он либо фармит на полную, либо не фармит совсем, потому что у него, ну, не, это мое личное мнение, кажется, то, что у него может не хватить статов, он будет слишком тонкий, он не сможет ворваться в файт, даже если он соберет себе там Юлсептор несчастный. С одним Мейлштромом очень много импакта может нести одна ВР-ка, а вот с одним Юлом один лишь рак, ну, мне кажется, нет. Ну, с учетом того, что эквивалентная более-менее стоимость у них. И Бладсикер появляется на карьере позиции. Лучших героев против Фантом Ассасин сразу запикал Кью. Эмбер Спирит и Бладсикер. Бладсикер контрит Фантомку, но отчасти за счет своего Рапчер, не позволяя Фантомке передвигаться по замесу. Соответственно, Эмбер Спирит просто очень мобильный. Ну, и Лина. Лина. Это для супера, я так понимаю, инфлейм. А, не ман, это Фантом Ассасин, инфлейм на Мирану сел. В сложной будет находиться Мирана. Да, неожиданно, кстати, может, они еще и посвапаются, но... Монет останется на Фантомке. Я думаю, что карри-позицию отдадут ему классически. А Мирана в харде тоже. У Китая такое бывает периодически. Я это видела у LGD, я это видела у Ньюби, но вот впервые натыкаюсь от LGD Фарвеян на такое. Ну, посмотрим, чем это закончится. Пока что агрессив, ну, Бластикер очевидно достаточно. XXS на мид, на Эмбер Спирите. Бобока все-таки Виндрейнджер. Да, мы... В этом моменте оказались правы, в моем мнении, что так это должно быть. Ну, видимо, будут играть через там Мейлштром и прочие вещи, потому что я думаю, что... Ну, Бабок вообще, вот он чем мне нравился, чем зацепил мое внимание, когда играл на Дарквиллу, он умудрялся на четвертой позиции собрать себе Эфириал Блейд на эту Дарквиллу, причем там по таймингам не сказать, что хоть и как поздно, там минуте на 25-й, то есть для саппорта четвертой позиции, у которого большая нагрузка по деньгам, по другим вещам, все выглядит очень интересно. Это, ну, опять же, зависит от того, как найдет себе применение эта четвертая позиция. Но всякие игры бывают, я понимаю, бывает разнос, когда четверки действительно тащат, они идут там куда-то в харду с своим оффлейнером, и эта дабла, она разваливает. И тогда и у оффлейнера, и у суппорта четвертой позиции есть деньги. Это круто. А бывает, что
ты постоял на сложную, у вас не получилось, ты попытался поромить, у тебя не вышло, и вот ты бегаешь как такой же суппорт пятой позиции без денег абсолютно. Ну вот есть просто такая каста саппортов, которые, ну вот именно несколько игроков хочется выделить, которые находят деньги непонятно где и покупают предметы очень дорогие. Джейдж, ты еще ясно там АФК фармит минут 10, а вот откуда Тимс какой-нибудь из Тинси берет себе Рейденс на Наги Сирене тоже на там, ну, 25-й минуте, тоже не сказать, что очень долго его собирает. Откуда берет там Бобока себе стабильно, там игр, помню, 5 подряд я видела на этой Дарквилле, все они были точно так же, а после этого начали банить постоянно против Бобоки, тоже откуда-то постоянно эти деньги появлялись. Хотя, по сути, он там не фармит нигде, в драках тоже участвует, как вот, ну, фраги пытается не забирать, но деньги появляются. Ну, в общем, неважно, посмотрим, как у него сложится игра на Виндрейнджера, герой с огромным потенциалом, обожаю эту женщину, надеюсь, что она будет появляться в доте почаще. Почему-то я не удивлен, что ты один из любимых твоих героев. Она вот именно сильна тем, что она может на любой позиции себя раскрыть, на мой взгляд. Хороший кэрри может, ну не кэрри, а там мидер, допустим. Хороший хардлейнер может и на саппорт позицию. Ну кэрри тоже теоретически. Лица там еще как сломает, если ей фарма дать. А вот Лина, например, у нее что-то. Ну, вот Лина, она раньше была хороша, когда у нее был талант на ускорение респауна. Как ты помнишь, на 10 уровне тогда и рашили прям БС. Потом мы подвинули на 15 уровень, все равно рашили БС, хотя он уже был не по таймингу этого таланта. А потом убрали талант и все равно рашили БС. Я тогда немного не поняла, в чем прикол, но через какое-то время перестали это делать. Ну, не знаю, на мой взгляд, она для кэрри тонковата и, ну, не так много потенциала в способностях для раскрытия имеет. Одна пассивка не сказать, что много погоды и делает. Но ее упорно раскрывают через физику. Ну, посмотрим, как в этой игре Супер себя проявит. Супер против XXS. Очень интересная, конечно, матчап здесь получается. Лина против Эмбер Спирита. Ну, и Лина начинает уже активно доминировать, пробивая Эмбера. А, здесь может произойти какое-то убийство. Кто-то зазевается, либо получит стан и слейв и погибнет. Либо, наоборот, какие-то будут флемгарды и чейны. Очень аккуратная должна быть игра. Ну, противостояние действительно забавное. Что снизу? Снизу Фантом Ассасин, Вич Доктор, Манет. Посмотрим, удастся ли Яо обеспечить фрифарм Фантом Ассасин. Это очень важно. Очень зависимо от артефакта Фантом Ассасин. Стан. Яо. Сайленс еще получил. Много дэмэджа по нему есть. А получится ли его забрать? Нет. Здесь уже урон не хватает. И Вуд Ресторейшн качает себе Яо. Да, вынуждена. Вынужденная мера на этой линии. Вот именно агрессировать не выйдет против Лишака и Бладсикер. Поэтому именно защитный билд в виде Вуду Ресторейшна. Скилл билд, естественно. Посмотрим, Манет под своей вышкой, топорик-то у него, топорика нет, топорик надо приобрести, и с фармом будет все ок. Пока 2-2. Ну, давит. Давит, естественно, агрессив вместе с Кью, линия не очень-то и приятная для Мане. А что на верхней линии? На топе у нас СРФ, на брюмастере вместе с Бобока, четвертая позиция на ВР, прожимает Инфлейма, ну. Инфлейм на Миране, Ахву играет на Элдер Тайтан, для Ахву это один из сигнатурнейших персонажей, поэтому посмотрим, как они здесь будут взаимодействовать. Причем у них и Инфлейм на Элдер Тайтане играет, и вот Ахву, и четвертая, третья позиция. Здесь все-таки Ахву сел на Титане. Ну. Да, Титан тоже многогранный персонаж, немного в своей мете уже потерялся, раньше он гораздо чаще появлялся, но тем не менее остается силенный в плане комбинации способностей, которые может выдать и сам по себе. А, ну и мы видим по крипстату, БС немного отстал, но в целом первые четыре персонажа, которые должны быть впереди на этой карте, они оказываются впереди. Не считая, правда, Фантомки, она вот как-то сильно стушевалась на фоне остальных. У него только-только топорик появился, то есть большую часть крипов под своей вышкой, видимо, Мане упустил, как ни крути. Ну и вот сейчас линия отодвинулась уже в сторону команды Invictus Gaming, и Мане все так же будет неприятно. Надо левел получать. Фантомка сильна, когда появится, естественно, у нее пассивный ультимейт. Опа, опа, опа. Атака на Яо пошла. Бладрайт очень больно. Пытается Мане хоть как-то разменяться, но нет, проседает Вич Доктор, погибает на ФБ. И Мане тоже, наверное, стоит отойти. Ну, Мане здесь уже нечем забирать. Потратились по мане очень сильно, забирая Вич Доктора. Но это First Blood, очень хороший фраг. Кого он там достался, кстати? Посмотрим. Он достался Кью все же. На Лишаке. Ну, тоже хорошо, учитывая то, что он с деньгами. Ну, хоть что-то показать сможет. То есть Дил Септер, хотя бы он, много подарит ему, по крайней мере, возможность повыживать. А это очень важно, когда на тебя закидывается уже дагер. Во-первых, это можно его заевейдить, возможно, ты даже успеешь. А во-вторых, после дагера ты, может, даже выживешь, потому что полетаешь немного в Йолах, ну и там подамажешь диаболиками или пульзновой. То есть, мне кажется, лишним не будет. Этот тут фраг спорно, то есть, что собирать? Йол, может быть, какой-то госсептор вообще будет интереснее против тоже, Фантомки, наверное. А может быть даже АН-диск. Вот тут надо подумать. Но с другой стороны, ты собираешь госсептор, на тебя набрасывается Мирана с Линой и Старстором. По сути, один, и ты погиб, там даже линии не обязательно что-то делать уже.
Но посмотрим, как это будет развиваться, потому что с любой точки зрения палка о двух концах. С другой стороны, ты в Юл запрыгиваешь, а под этот Юл Лина стан дает. То есть здесь всякий вариант имеет свои минусы. В центре размениваются пока нюками. 24 на 5. Супер очень уверенно стоит свою линию. У Эмбер Спирита только 18 на 2, то есть разница в 7 крипов. Очевидно, что Лина доминирует. Для линии это довольно комфортная линия. И продолжает сдавать по XXS. Очень неприятно. Заявил стан. Да, вот здесь есть действительно повод и резон именно вкачивать себе Slide of East для того, чтобы доджить какие-то вот нюки от Лины. Грамотно XS пытается это делать. Все равно больно. Вот окей, один нюк ты задоджил, а с остальными нюками что делать? Мана, ну, заканчивается постепенно, конечно, супер. Ну, а тут то фисты, то щит, то фисты, то щит. Так вот по очереди. Но пока Лина оказывается впереди очень с хорошим отрывом от своего оппонента на миде по крипстату и более-менее возвращается в игру Манет. Все-таки ему топор подарил. Искомый дэмэдж, и теперь он хотя бы не так сильно отстает. А вот Бластикер начал немного сдавать позиции. Так, контроль баунтира, он очень важный момент. Пятая минута, ну, наверное, две LFI снизу должны забрать, а вот сверху, сверху. Бабок отобрал одну. Бабок вторую сейчас отберет. Инфлейм прыгает, это мое, говорит, нет, Дунает. Хотя мог инфлейм взять, но не, ну это было рискованно, он мог и не взять, могло не получиться. Да он первее был, там на корпус буквально. Так, и тут все-таки уйдет отсюда. Инфлейм получился, у него сделал тэп-аут, но нечего. Бабока потратил шекл просто, да, и поэтому сразу ТП. Так, станчик от Элдер Тайтана, внезапно XXS может поставиться под комбинацию способностям. Ответный стан, хотя от Q залетает, тут вопрос, кто кому уже больнее. Чейн очень дачный, супер стоит, не откидывается Драгонслейва, молния, тычка последняя от Q, очень хорошо здесь отыграл, засейвил своего тиммейта. Шекл шот, привязали повершот под стан, идеальные комбинации, Бобока, Q. Как же они здорово с друг другом комбинируют. Ну вот, да, еще и к скрипом его связали, поэтому здесь самый долгий стан получился из возможных. Поэтому все получилось комбинировать идеально. Но пока что, близится уже седьмая минута потихоньку, и мы видим то, что не такой уж афокафарм. Вообще раньше, когда Китай, ну, помнишь, наверное, сам годами ранее, там, лет 5 назад всегда Китай был эталоном такой терпильный, пассивный дота, где все фармят, никто ничего особо активного не делает. А здесь мы уже вторую карту подряд наблюдаем какое-то месиво. Ну, здесь, конечно, она только-только начинается, но это начало, видимо, того самого, что мы успели наблюдать в прошлой карте, которая была очень яркая на файты и фраги. Бабок теперь не переместился на нижнюю линию, тут пытается напрягать Мане. Мане, Magic Wand, есть Аквила, дальше ПТ-шечек. Аккуратный пока такой начальный билд. Интересно, что будет дальше, в первую очередь. Конечно, на топе раскаста, есть стан от Лудар Тайтана. Под Мэлли Дикт, агрессив получается на шторм, правда, единичный, второй прилетел тоже. Ладрайт под себя агрессив, довольно плотный оказался этот персонаж, был тикер, почему-то должен не погиб. Должен погибать, кстати, сейчас, хотя... Нет, нет, или да, или нет. Ого. Или да, хватило. Совсем чуть-чуть хватило, да. И в итоге один фраг, но зато какой. Слушай, а Мальдик-то второго уровня был, да, поэтому, в общем-то, и натикало там. Бабока находит Яо находит Бабок, кто кого? Бабока прожимает Винран и бежать. Да, мы смотрим, что пока нафармить успели, потому что крипстаты сейчас уже немного разбавились фрагами. Но я по золоту имела в виду общей сложности, но в целом, да, вот мы видим то, что на первом месте оказывается Брюк. Но у него очень спокойная линия выдалась, он стоял себе в ус не дул, крипов бил под пивом. И вот, кстати, переместился как раз на более сложную линию и отправил Мане уже стоять против пива. Ну да, неприятно. Но вот появляется, наконец, Cup de Grace. Соответственно, какие-то криты периодически вылетают. Можно разминать премастера того же самого. Сверху драка. Очередная. На ремнатах прилетает XXS. Отличные чейны под мои. Махву Чишекл получает под Бладрайт и повершотом накрывает сверху. Я УТП в наглую и не справляется. Он с таким количеством урона тоже в таверну. Пятое убийство для команды Invictus Gaming. Здесь сделали 2 килла. Ну, надеялся, что его тиммейты подольше убивать будут, а тут как-то не срослось. И мы видим то, что пока Early Game заливается командой Invictus Games, прошу прощения, LFI, тот самый Early Game, который они сейчас ни в коем случае не должны проигрывать со своим пиком. Посмотрим, потому что фантомка еще в игре не появлялась. Ты правильно отметил то, что Куб де Грана уже вкачала, это даже уже 7-й уровень. Замакшенный даггер дает ей возможность стоять на рендже, и, возможно, даже через даггер там крипчиков на линии убивать. Но вот пока она боится. Боится линии против одного персонажа, ну и по понятным причинам. Но это... Станчик от Elder Titan. Там Ember Spirit разминает супер. Супер получает последнюю тычку. Погибает XSS дальше на хосте. Движется. Ремнант отбрасывает. Q поближе. Таким образом спасает Q. Ну, правда, под Малитик-то никуда не уйдет.
И в итоге 1-1 у нас получился размен здесь. Но очень агрессивно сыграл Эмбер, причем обоснованно агрессивно, потому что знал, что убьет, знал, что уйдет. Отличная реализация руны в итоге получилась. Но и опять страдают LFI. Причем страдают они конкретно вот в этих микро-моментах, микро-ганках. По нетворсам там все не так плохо. Лина вторая позиция, Фантомка третья позиция. Единственное, что Мирана уступает уж довольно много. Да, Мирана, она здесь и в целом-то не должна сильно фармить. Она на третьей позиции якобы стоит у команды LFI. И не на ее плечах лежит ответственность. Ей самое главное экспириенс получать. А тут забирает Манэ, все-таки добрались до него. И вот теперь немного его спустили с небес на землю. Вроде как и фармила, теперь разрыв будет увеличиваться. Но там и Лина еще тачна себе также пока по нетворсу. Посмотрим, что у нее по фарму также выдастся. Опа, супер увидел примастер, примастер увидел супера, сразу праймал сплит и побежал, побежал искать этого супера. Находит его, камешек можно в спину. Прям под вышку, ничего страшного, шиклшот неудачный. Супер, получает молнию, будет стан от Q. Q от Q нужно попадать с танчиком. Попадает с танчиком, очень удачно, Лину нужно добивать, Лину добьют. Бладрайт здесь, подтягивается Бладсикер. Тот же используется Рапчер на Вичдоктор, это мид-2 минуса. И размена никакого от LFI не будет. Очередные смерти, безнаказанно Invictus Gaming делает все, что хотят на карте. Все, что хотят, действительно. И этот фраг, кстати, эти два фрага подарили им топ-3 по нетворсу первым трем позициям. И впереди до сих пор остается Брюмастер. Но это, ясное дело, быстрый блинк-даггер. Уже почти он его нафармил. После этого, возможно, что-то более командное соберет. Думаю, тут даже Владимира можно не поскупиться собрать. Которую, кстати, стали очень игнорировать в последнее время. Но в целом патч о том говорит. Он такой герой, которому здесь и не стыдно будет собрать какой-то солор условный против Фантома Ассасин, да, в том числе на сейв своей команде. Что-то можно действительно какие-то Кримсоны приобрести против Фантомки, тоже здорово смотрится. Ну, то есть вариантов для развития своего персонажа у него великое множество. Но Блинк, конечно, это артефакт приоритетный. Этот, айтем нужно купить уже в самом ближайшем будущем, вот буквально после снесенного снизу Тавра. Решили LFI все-таки забить здесь на дефенс, защищать вышку нет никакой возможности. Больше фиксирует свое внимание на верхней линии. Станчик. Продолжение в виде стрелы Мираны. Старшторм двойной. Лишает жизни Кью. И там пошли ТПшки. Сейф ТПХ. Success Remnant идет за инфлеймом. Инфлейм и Moonlight Shadow его активирует. Ну и надо как-то аккуратно маневрировать. Прятаться. Отличный лип из-под Бладрайта. Есть ТП. Должен инфлейм здесь уходить. Да, вот и шестой уровень у него реализовался таким образом, спас себе жизнь. Остальные на миде сейчас кучкуются, но к вышке пока подходить никто не решился. Ну, стояли в стороне, они пытались тоже что-то из ультимейта выжить, но никого просто зацепить, догнать не получилось. И вот появился блиндагер Брюмастера, а Бубок пока нас ничем не радует особо. Шестой уровень разве что появился, но он не вкачал ультимативную способность, он на троечку взял вместо этого фокус-файр. Ну тоже, да. Та самая ветка, к вопросу, о которой мы возвращаемся постоянно. То есть найдет себе место, не найдет себе место Бобока. Были парочку хороших моментов. Ну и в целом, как суппорт, он проявил себя лучше других суппортов. И об этом говорит его нетворс из 1500. То есть, ну, у него ассистов много, поэтому хоть какие-то деньги с них донакапали. 1.04, кстати. Да. 1.04, успел там и фраг себе взять. Но в целом сейчас выход от IG будет... Ой, сейчас я его, может, поставить. Нет, его не видели, он не вылез с хайграунда. А вот по поводу топ-линии, того, что тут загуляли немного, агрессив прекрасно это все просветило. Как же тут лип получился прямо под Рапчер? Еще второй один лип, ты уверен, инфлейм, да, что стоит липа использовать-то под этим ультимейтом? Ну, я нет. Ну, кто же знал-то, да, он же не знал, что за ним еще два персонажа идет. Но тут пока что Ахфу тоже пытается отстанется, но это мелочь. На фоне вечности придется отдохнуть в таверне. Еще два минуса в копилку Invictus Gaming. Итого 1-3, 2-3 тысячи преимущества они имеют. Ну а LFI пока занимается тем, что отфармливают Манэ. О, да, супер, могу наконец! На блейд. Наконец-то! Разрядился в обоку, но тут прилетает XXX, скажет, вовремя. Лину лишает жизни. Разменялся она не так уж и выгодно. Она была первое место по нетворсу, поэтому отдала она за себя достаточно много по XP, по золоту. Но там Бобока тоже стоило немало. Но все же сравнивать стоит вторую позицию и четвертую. И агрессив тут, правда, подцепили. А получится ли какой-то крит? Игра будет ли работать? Сегодня 4 удара ни одного крита. И, ну, добить-то надо, попытаться. Манэ еще ультимейтом выжигать начинает. Ноль критов. Ну, добить-то добили, конечно, но это все еще 0 критов. Овершот лишает жизни Манэ. Ахфу тоже далеко зашел, его тоже убивает, и СРФ делает. Ну, здесь не повезло. Был бы хотя бы один крит, они бы гораздо быстрее его забрали и ушли бы отсюда. Ну, это просто несерьезно. Сколько дэмэджа там получилось-то в итоге? Ну, вот эти вот 600 дэмэджа, вот как долго они выжимались. Здесь ничего не сказать. Вот смотри, сколько лишак сравнения нанес. Это просто... Да, несопоставимо. Ну, там рядом Акфу еще постоял, поэтому он тоже пульс снова словил. Но все же цифры говорят сами за себя. Да, на месте товарища Манэ сегодня я по казино не ходил, наверное.
в Макао не ездил. Потому что как-то пока не прет, не прет. Ну, может быть... А, вот-вот, 31-го, да. По нейтралу, идеально. Это, всегда, это закон паба. Крипов критует, а когда нападаешь, уже ни одного крита нет. Ну, есть теория о том, что, конечно, можно до старта какого-то ганга или, ну, файта полноценного, можно стакать себе шанс. То есть ты просто бьешь нейтральных крипов, ждешь, когда у тебя там 3-4 крита подряд не сработает, соответственно, простых ударов. Да. Это увеличит твою вероятность того, что крит будет следующим. Соответственно, вот некоторые так делают. Но, опять же, это такое очень... Да, с точки зрения теории вероятности, это далеко, ну, то, что у тебя несколько раз подряд не упадало, это далеко не увеличит твой шанс, что выпадет в следующий раз. Но чисто теоретически сработать может, действительно. Но это же псевдорандомное распределение, да, если я не ошибаюсь. Да. Вот именно потому, что здесь не прямая теория вероятности, потому что иначе бы могли выпадать. Ну, конечно, шанс очень маленький, но могли бы быть игры, где вообще ни одного крита нет, или там один крит за игру. Поэтому здесь все же именно псевдорандом, и твоя логика может, ну, не твоя логика, а вот концепция, которую ты описал, может действительно работать. Ну, не все так делают, я знаю, но... Этого трудно добиться, потому что, вот видишь, тут, по-моему, за этот стак 4 крита попало. Ну да, то есть вот уже не хочется идти файт. Монет понимает, так пойду-ка я еще немножко нейтральных крипов побью. Вот смотри, 3 удара минус, 4 удара нет крита. Ну, тут сейчас иллюзия кританула. Не, вот сейчас он сам кританул. Сейчас сам кританул. Ну, такое дело. А мы видим, что Мане собирает себе будет Hood of Defiance. Ну, вот так для защиты первый артефакт взял. Естественно, под молниями от Лишака, под Эмбер Спиритом умирать вообще не хочется. Поэтому такой защитный билд сперва, но дальше уже в Тизоль, увеличивая свой ДПС. Там же смог ответ над командой Invictus Gaming. И место встречи изменить нельзя, это будет Святыня. И самая удобная позиция для IG. Элдер Тайтер раскручивает свой стан. Эмбер Спирит улетает грамотно, подставляется Брю Мастер, получает какой-то блейд, успеет и Праймал Сплит, не успевает его. Хорошо, залетает в него Эрсплиттер. Дальше на Q. Атака пошла. Эроу. Шикарно сыграно. Минус 2. Минус 2. Ну и вопрос, конечно, к товарищам Invictus Gaming. А куда ж вы пошли-то? Чужая святыня. Нет обзора. Нет информации о местоположении противника. Вы в численном меньшинстве. И вы идете драться. Прошу. Да, они встретились с самой неудачной точкой, какую только можно придумать. Вражеский Ширайн. Здесь уже, ясное дело, драка заранее провалена была. Но они встретились лицом к лицу. Вижу, не было ни у тех, ни у других. Поэтому рассчитывать там было не на что. Ну, кстати, там вард поставили в итоге Invictus около Ширайна. Посмертный. А в сервере даже еще и в центре. Слушай, он грамотный получился вард. Смотри, его нет. Это не грамотный, это, как сказать, это не повезло как раз команде LFI, то, что они не угадали немного с места. Вот я ненавижу смотреть на такие варды, мне прям больно становится, деньги потрачены. Ты почти угадал, но почти. Но хорошо, что они в этом не знают, то, что здесь вард рядом есть, потому что было бы очень больно и обидно саппорту. Не знаю, пересматривают ли они собственные реплеи. Думаю, что да. Но вообще, сейчас LFI гораздо больше готовы драться, теперь уже выходить из Coupe de Grasse, более-менее хорошего левела своим инфлеймом. Ну и там впереди оказывается Лина, которая собрала себе уже Yule Scepter и имеет половину, по сути, Shadowblade. Да, супер хорошо фармит, видим, дабл дэмэдж использует, не стесняется использовать свои нюки, чтобы зачищать пачки нейтральных крипов разом. Это грамотная абсолютная игра. Главное вот так вот тоже по-быстренькому накрывать каких-то брюмастеров, чтобы они не раскастовывались. Где-то, может быть, ловить Эмбер Спирита. И в такой ситуации супер будет раскрывать себя с наилучшей стороны, естественно. Но не всегда такое будет получаться, потому что Invictus Gaming уверены. Мы сильнее в файте, только если мы нажмем свои кнопки. Осталось кнопки нажать. Снова смог, может быть, снова очень хорошая позиция. Тахфу раскрыла агрессива. Тут же масс-клики пошли. Ребят, спасаемся, убегаем кто куда, но инфлейм, кажется, не уйдет. Шеклшот после Лива залетает. Да, все уходят, остальные. Его уничтожают. Ну что ж, а за вышку подраться, может быть, нет? Ну, да, она более-менее фуловая, можно вард поставить, тем более на хайграунд, потому что у них рядом есть сентряк, и они увидят. Поставили вражеский сентри. Вот это немного проблемно, потому что тут же спалится попытка поставить вард. И перебивают свой уже, точнее, вражеский сентри. Снизу что-то интересное. Опа, XXS. Кто кого? Ну, кажется, супер. Или нет, слушай, супер. Супер пока что бежит, бежит, бежит. Еще стан под себя. Отлично. Не решился наглеть XXS, хотя на его уровне ХП, может, и стоило бы попробовать. Но у него ремнантов не было, поэтому просто сократить дистанцию было нечем. И КД тоже. Огни, внезапно Яо, Каски, Маледик, Десвард, Сол, уничтожит Лишака. Лишак погибнет 100%. Лишак попытается разменяться в Яо. Яо там в Удури Старейшн жить будет какое-то время. Да, уничтожается Лишак, Яо жив. Брюмастер, Праймал Сплит и бежать под Праймал Сплит. Он драться он не хочет. Мунлайт Шадо, погоня бросается. Ребята, залупай, СРФ кончается, у него Праймал Сплит, погоня будет, Монет. Ну, пытается вкусить Брюмастера, Расплиттер залетает точно по нему. Где же криты? Где же криты, Мане? Не съесть, критов нет, да. В итоге все-таки забрали, Ахфу решил, ну, раз ты гритуешь, давай я все-таки
если ударим, может, мне повезет. Слабак просто, да, смотри, как надо. Ну что такое, Мане, ну серьезно, где криты? Ну, очень неудачный раптор сейчас получился от Сикера. Там негде было эту дистанцию просто набирать, из которой бы хп отнималось. Там блинковалось буквально на, ну, там 10 пикселей, наверное, эта фантомка по итогу, просто чтобы себе скорость атаки поднять. Ну и очень неудачно вышло Primal Split выдать Брюмастеру. Он в итоге земляную панду оставил прям позади всех остальных, а на земляную панду уже собирается в итоге весь Брюмастер. И вот как раз прям в руки к ним прыгнул. И погиб от этого. Ну и в итоге так вот LFA чуть-чуть, но все-таки какие-то денежки отвоевывают. Вот, вроде смотришь на Нетворсы, и все у них хорошо, а смотришь на общую статистику по Нетворсу и на фраге, как-то у них и не очень хорошо. Ну, откровенно говоря, Invictus Gaming-то сильно большого преимущества не получали по игре. То есть был момент, где они действительно доминировали. Но... О, стрелу прям лицо выдал, но правда это сейчас его может не спасти. Лип. Да, у XXS, видимо, нету уже опять ремнантов на вперед. Один. Не, один был, но это было опасно. Ну, видимо, только что откатился даже, заряд прошел. Играет без травелов, вот это стоит отметить. Мобильности немножечко ущемлен XXS. Ну, он блинком себе это как-то сублимировал. Ну да, блинк есть, молнии есть. Вроде неплохо, но мне кажется, что Ember Spirit как-то вот мог больше сделать по игре. Особенно в начальной стадии. У него вот были эти хайлайты, где он на топ летал, вниз летал, двоих связывал. Но сейчас это прекратилось. Сейчас LFA дает хороший отпор. Подловила Лина тем временем, Shadow Blade, ее этого не ожидал, Laguna Blade в спину или в лицо, как угодно, и Супер делает это убийство, будет делать дальше себе ПКБ. Супер хорош, супер великолепно. Мане очень хочет дабл дэмэдж, но у Бобока забирает прям из-под носа. Винран, Мане Винран пробить не может. Смеется одним этим Винраном, сейчас, правда, Супер подойдет Лагуну, ему пропишет в лицо, но нет. Не, Лагуна у него нет, прошу прощения. Но зато стан есть по Брюмастеру, Брюмастера держит. Эрсплиттер, неужели опять не дадут дать Primal Split? Маледикт, на, бахнуло просто. И Бобока подловили, шоколшот неудачный. Ахфу идет драться дальше против агрессии. Бладрайт не точно, кстати, залетел один, но с раскаста уничтожил только лишь одного Вичтокера. Ну, тут Дезвард посмертный поставил, но это, конечно, продержалось недолго его минут славы, буквально там за секунду он лопнул. Но зато опять в плюсе остается большом Лина, сколько там денег в итоге заработали. А Мане ничего, вообще почти ничего не досталось, зато... Да, он там и не нанес ничего, действительно. Ну, он кидал эти стифлинг даггеры, но нет критов, ну, неоткуда их взять. Ну, просто сегодня... Не тот день. Да, фортуна не на его стороне, к сожалению. Ну, это как ситуация бывает. Ты можешь 10 драк подряд криты не выдавать, но один раз так выдашь крит, что... Что выиграешь игру своей команде. Что Ember Spirit просто лопнет с одного крита, и все. Ну, и игра закончится на этом. Поэтому, да, расстраиваться не стоит. Мане, вот Дизоль появится потом. Все еще будет. Все еще впереди, он будет еще и без критов разваливать, возможно. Мне не хватает в этой игре, скажу вам честно, товарища Примастера. СРФ погибает либо одним из первых в драке, либо дает Primal Split на отход. Да, либо дает этот Primal Split, и ничего в нем не успевает сделать, кроме там кинуть один камень и все. А потенциала гораздо больше у этого героя. Ну, либо не уверена себя в нем, хотя не знаю, вот я, по-моему, видела, ну, вот своими глазами, ну, десяток игр в этом сезоне на Примастере точно, учитывая то, что вот именно LFA. Я не все игры смотрела, ты можешь утверждать конкретнее, но я не могу сказать, что он неопытен на этом персонаже. Очень метовый одно время был хардлейнер, появлялся чуть ли не в каждой игре. И что здесь не так? Обстоятельства складываются, наверное. СРФ пока плохо держит позиционку. Он думает, да, что он впитает какой-то урон и сможет дать Primal Split, но LFA очень удачно фокусят. Они продолжают все свои дизейблы, все свои станы. И просто невозможно нажать эту кнопку. Супер, опять всех спали, поставили центр, уничтожили ВР-ку. Будет и драка 4 на 5, да, идут в бой. И подставляется первая Лина. Тут же Юл, нужно спасать Лину. Она слишком богатая, она слишком вкусный фраг для противника. Отдают ее все-таки. 500 золота одному только к XXS. Драка может продолжиться. Ахфу. Успеет ли уйти? Есть ультимейт, решил выдать, но что-то как-то он прям в наглую решил, видимо, внимание, что ли, на себя отвлечь, типа, посмотрите, какой яркий разлом, но в итоге дает ультимейт и отдает жизнь. Но в целом не так жалко этот Эрсплиттер, у него кулдаун тоже не такой уж и большой. Жалко Лину. Да, вот ее жалко. Да, нашла вперед, она вроде спалила противника, развернулась, там удачная сентри, и отсутствие блэкинг бара, безусловно, здесь сыграло. БКБшка нужна, и до БКБ там остается линия не так много. Да, чуть-чуть, да, осталось... Мозги не могу положить, осталось до рецепта. Я хотела сказать только просто, что вспомнила одну игру, где это, по-моему, было от Ньюби. Вот они играли против УП, была одна игра там, где у них кэрри не мог рецепт нафармить минут 10, потому что он осталось ему там 10 золота до рецепта, он погибал. Еще раз осталось 10 золота, опять он погиб. И здесь вот может такая ситуация сложиться, потому что сейчас еще и подцепили инфлейм. Но он должен ходить.
Ремнант, не знаю. Ой, какие XXS, качественный ремнант. Он прочитал, он сейчас реально прочитал Мирану. Он не стал куда-то влево на ремнантах лететь. Он шел точно в момент, ну, в путь этих липов от Мираны. Outplayed. Outplayed, реально. Ну, хорошая игра, очень молодец XXS. Ну и, конечно, все это благодаря Бобоке, который купил себе Блинк и теперь очень круто инициирует с помощью Шеклшота. Блинк, Шеклшот под нужным радиусом, и команда твоя подтягивается. Да, и учитывая то, что сейчас ты смотришь на эти Шеклшоты, они как-то вообще под невероятными какими-то углами привязываются порой. Особенно в руках Бобоке. Да. Но, кстати, Бобока не такой уж и жесткий приветчик, пока я его здесь посмотрел. Он не сказать, что очень часто и активно закидывает с этими шоколшотами. Некоторые бывают, что прям по КД кидают шиклы и всегда привязывают. Ты просто смотришь с раскрытым ртом и думаешь, как так вообще можно. И учитывая то, что ты смотришь отчасти и на скиллы этого игрока, который кидает, а иногда на то, под каким углом это дерево вообще туда там привязалось и попало. Но пока живем с мыслью о том, что IG будут сносить Т2 вышку. Уже задав тебе не получится, слишком больно диаболики пробивают. Вот и минус первый Т2 в исполнении команды IG. Ой, по боку ходить. А супер ждал. Супер, кажется, знал. Наперед. Ю. Комбинация жесткая. Лагуна Блейд. И для супер это халявный фраг. И блокибар уже имеется. Ну, вот установил свое материальное положение. До сих пор он первое место по нетворсу. Мане находит Кью. Ремнанты здесь. Очень быстро уничтожили мечту доктора. Пытается Мане разобраться с этим Кью. Но опять-таки БКБ нет. Moonlight Shadow, там есть Sentry. Там есть Sentry, QTF. Прям под ним крутится. Ну, теперь уже понятно, то, что Sentry есть, поэтому он решил не скупиться и откинуться даггером. Но с телепорта все-таки улетела его жертва. Более легкая добыча. Шака убить было бы плевым делом, а вот с XXS уже точно не справиться. И Т1 вышку они должны забирать, судя по всему. Тут слишком много героев скучковалось на одном месте. Но пока разбегаются. Тут телепорт от Мираны, остальные все пошли фармить. Даже на Т1 не решились вылазить. У меня закрадываются опасения и сомнения по поводу выбора артефактов от XXS. Вот, ну, травала, ладно, там, по ТТ, меня где-то переубедило, что он компенсировал блинком свою мобильность, это здорово. Но вот дальше Мьёлнир в ситуации, когда у Лины есть, например, Лагуна, есть Юлы, когда у тебя нет Линкенсферы, это очень уязвимая цель. Да, боковышку бы. КБшку, Линку, что-то подобное. Ну, вообще без защиты фактически играет XSS. Надеется на свой скилл, надеется на свою реакцию. Ну, иногда это оправдано, когда игрок высокого класса. XSS, но это словом... всегда оправдано. У него 0 смертей, и смотри, какой стрик убийств. 8-0-3. Пока да. Посмотрим, что будет дальше. Просто я боюсь пока за него красавчик, сейчас. Да. Боюсь за него, очень боюсь этим мейтобилдом. Да, за них стоит бояться, за этих игроков очень они горячие порой. СРФ. Так, Ахфу затянется ли своим Астрал Спиритом, грамотный блинкаут СРФ и уходит. Просто вот пока ни разу не заиграл с XXS, пока он ни разу не зашел слишком далеко. У многих такое бывает, то, что переоценили свои силы, недооценили противников, а здесь он очень-очень аккуратненько действует. Один ремнант в запасе есть, он, ну, знает, ясное дело, что он видел, то, что ремнант, даже если он там не откатился в тот момент, помнишь, мы его обсуждали минут 5 назад, он видел, что он сейчас откатится, но все равно не пошел в атаку добивать шотную там, допустим, Лину. Он отошел назад. То же самое во всех мы видим отношениях, всегда есть ремнант на отход, всегда есть в запасе еще парочка ремнантов и стоит на такой ренже, что до него точно никто не подтянется и под своими вардами. Вот сейчас он пошел попушить только потому, что там вот два апса стоит. То есть очень аккуратная игра, и пока он с таким геймплеем может и потянуть с БКБ. Ну, да, вот. Тем более мы вспоминаем, это был 4-й пик Эмбер Спирит, и мы говорили с тобой на драфте о том, что контры против Эмбер Спирит особо нет, контроля, да, то есть, ну, что есть? По-моему, ну, вот, даже третий, если честно, я помню, что он очень рано был взят, по-моему, третий. А они закрывали, по-моему, Эмбером и Бладсикером. Нет, Эмбер, по-моему, был вот как раз... Вот, ну, ладно, не рискну передать. Они просто... увидели Фантомку и закрыли Эмбером и Бладсикером. А мы Эмбера сегодня уже видели, где он точно третьим пиком был. Ну ладно, не буду утверждать, сейчас это трудно. Слишком много дота, квалификации. Это вот уже апогей этого сезона, очень мучительного и для игроков, и для зрителей, и для работников освещения. Потому что все уже в каше, все уже перемещалось, все уже на исходе, на последнем дыхании. Но. Это правда, но да, действительно последнее дыхание нужно, потому что здесь и группа, потом еще и плей-офф, и команды, конечно, играют с последних своих сил. Но есть за что бороться, есть мотивация, побраться на интернешнл хочется, это все-таки... И год китайский, поэтому именно вот эти парни, которые сейчас отбираются на два слота, которые им предоставили с региональных квалификаций, они должны тащить и защищать честь своего региона. В этот раз у Valve получилось сделать максимум возможного для того, чтобы повысить шансы Китая в победе на интернешнл. Назови мне хоть один интернешнл, где китайских команд было мало. Вот я это не давали тоже не могу сказать. А их всегда было очень много. Но 5-6 команд это минимум. Я не помню, интернешнл, что было только 4 команды. Ну, здесь все гораздо прозрачнее получилось. Этот просерка там очень резко ворвались по CJLGD. Вот прям
как-то они были аутсайдерами полсезона, а потом хоп, взяли мейджор, хоп, взяли еще там хорошие топы на последующих турнирах, и уже хватило на инвайт очков. Вообще, несмотря на то, что турниров огромное количество, очки на инвайт получить оказалось не так уж и сложно. Один турнир, по сути, уже что-то себе гарантировал. Так, а тут есть прямо сплит, влетают и пытаются забрать. Ну, скорее всего, все-таки заберут. А нет, Яо отходит отсюда на Вудресарейшн и пока что еще живет, но с другой стороны Акул пострадает. Он на Нюлах полетал немного, ну не на циклоне, точнее. Ну и в итоге погибает все-таки. А там еще и Манет прожимает БКБ, начинает избивать агрессива, но тут пока что отошел назад, но зато Лагуна Блэдом приговаривают Бубоку. Размен пока что саппорта на саппорта. БД умрет у нас сегодня вообще нет? Не-не-не, вот опять отошел. Очень-очень аккуратно к СС отошел. Роу мимо, Кью под фокусом, но дает станчик там БКБ время, прожимает инфлейм на Миранке. ВРК сразу байбек, байбек, лишак. Драка продолжается, Мане все еще с Аегисом, выбить Аегис нужно, Аегис выбивается. С Блэдмейлом бегает Блэдсикер, выбить, конечно, нежелательно. Блэдмейл заканчивается, пытается пробить его инфлейм. Блэдсикер под бешеным спидом все-таки уходит, СРФ с Кью все еще в драке, Бладрайты вешают. Эмбер Спирит все-таки прекращает существование Мечтоктора. На короткое время, вот он же колшот, отличный! Он глубокий, накрывает Мирану и, скорее всего, запокусят еще и... Мане на Фантома Ассасина, и вот после этих байбеков все-таки Invictus Gaming эту драку выигрывают. Ну и в итоге давай посмотрим на Fight Recap. И здесь два байбека, действительно, минус 4 в общей сложности. 1000 золота все равно в плюсе, несмотря на такие потери оказываются. Ну, в целом, байбеки у саппортов, они дешевые, как не знамо что на данный момент. Это правда, и Эмбер Спирит снова не подставляется. Эмбер Спирит... Он очень аккуратно стрики, отошел, да. Мы видели изначально. Супер. БС наоборот, он как-то даже немного рискнул, правда, сейчас... Да, минус, видимо. Бубок опять. Успел Винран нажать. Успел. А тут одни мисы, мисы, мисы. Родофатос уже точно не ошибся. Отстаньте, кричит Бубок. А что я вам такого сделал? На месте просто держит, даже под Винраном не уйти. Да. Но вот очень рискованно сыграл в все-таки БС, хотелось бы его отметить в последнем файте. Он на лоу хп все-таки подошел и выдал пару тычек. Все-таки у него сейчас очень мощная атака с руки. Но там было хп буквально, ну, 200, наверное. То есть, не дай бог, он попался бы по какую-то там шальную задувку, стрелу, еще что-нибудь. Он бы погиб сразу же, но он позволил себе пойти на риски. Но у него и нетворк не такой большой. Экран на волоске под всех там практически персонажей. Тот же Эмбер, например, но ведь он тоже постоянно рискует, вступая в эти битвы. Понятно, что игра аккуратна. Нет, но где-то какая-то шальная каска. Я все еще уверен, что когда-то на этого Эмбер Спирита накроет. Может закончиться, конечно, слишком хорошо для Эмбер Спирита. Он с нулем смерти так и закончит игру в свою пользу. Но XS очень опасный этим билд. Пока, опять же, да, вот чувствует какое-то приближение к себе соперник. Он просто использует ремнант и уходит в драке. Находит Вич-Доктора, сзади аккуратно их съедает, тоже уворачивается. Будет покупать себе дальше Шиву. Но посмотрим, к чему это приведет. Все еще Лина пока по нетворцу его обходит и супер фармит лучше. Хотя и КДА имеет значительно скромнее. Действительно так. Ну, Лина, она, по-моему, большую часть игры АФК фармит. Ну и вот вытащила хороший предмет, вижу, Шива с Гвард появился. Очень необычный выбор на Лину в данной мете. Как-то больше любит ей на все-таки демедж с руки покупать, а здесь оказывается такой большой предмет для дефа себя. То есть это жир, это, ну, да, для атаки тоже работает, но в первую очередь это броня. Там просто она видит, играет против милишного Бладсикера, против пандаренов. То есть они что-то бегают по замест, ты хоп, Шивы всех накрываешь, и значит дальше смотрим. Скорость атаки упала, скорость передвижения поменьше. И уже проще и самой линии там станами попадать своими в спину натыкивать. Поэтому такой, да, выбор хороший, да. Мне нравится. Просто обычно после БКБ там собираешься типа МКБ, что-то там, криты или что-то в этом роде. Вообще, я хотел бы, наверное, увидеть Хекс. Вот накажите Эмбер Спирита за такой айтем билд. Да, Хекс здесь может сыграть. Ну, посмотрим. Мне кажется, что Линкин Сфера будет появляться от таких вот случайностей типа касок. Но пока это Шива до сих пор. Но уже она почти куплена. Осталось курьера отправить в тайную лавку, по-моему, туда и летит. Если XXS не купится Линкин Сферу и Блэкинг Бар, выиграет эту игру, я просто буду аплодировать ему стоя. Если он, ну, опять же, ни разу не погибнет. Вот с таким опасным айтем-билдом играть столь аккуратно, столь сейвово и столь эффективно, это еще нужно уметь, это реально показатель твоего скилла. И сейчас XXS там на протяжении уже получаса демонстрирует, ну, чуть ли не идеальный плей. Посмотрим дальше, как у него будут развиваться дела. Ну, даже дело не совсем в идеальности, потому что он, мне кажется, дэмэджа не додает местами. То есть он мог бы сделать лишние удары, там лишний дэмэдж выдать с, допустим, фистов. Ну, фисты пока еще мало играют, хотя уже есть Мьёльнир, это, ну, что-то хотя бы. Но зато ущерб аккуратности так вот действует. Не знаю, насколько это профитно, но пока мы видим, у него хороший нетворк, хорошие артефакты. И в любом случае, рано или поздно он, ага, рано или поздно он приступит к БКБ.
Но все-таки решился, что где-то надо. Ну, потому что предметы есть, и надо их реализовывать. И вот так вот, ну, не в крысу, а, как сказать, с его выиграет. Мужика, вот это пойти в пятерых, да, под ПКБшкой. Да, здесь уже надо мужика играть, потому что герой тонкий, их вполне можно разрубить через то, что у него есть на данный момент, но для этого нужно пойти. Ну, можно же играть красиво. Ну, не покупать себе букинг-бар, купить себе еще какой-нибудь там артефакт на дэмэдж. Рапирку там лучше, да? Рапирку. Туда-сюда маневрируешь, то какие хайлайты ты показываешь? Можно купить БКБ. БКБ — это свой вариант. Я, ну, придерживаю, скажем так, я поддерживаю во всех айтем-билдах. Просто мне интересно, насколько у него получится вот так же аккуратно отыгрывать дальше. Но пока у Бубоки появляется айон-диск, в его ситуации это хороший выбор, потому что... А помнишь, о Лишоке мы говорили тоже? Угу. И вот его айтем-билд тоже айон-диск. Все-таки это да. лучший вариант. А здесь нечем его пуржить, поэтому... Единственный возможный вариант, мне кажется. Ну, то есть, были какие варианты? Мы предлагали Юл, мы предлагали Госсептор против Фантомки, мы предлагали Эльдис. Это почти универсальный вариант, да. Ну, даже не почти, а есть универсальный вариант. Тут на тебя не набросился, и в первую очередь, наверное, на Мане ставка. Ты снова крита не погибнешь. Вот что тоже очень важно. Да, да, это вот очень важно. Учитывая то, что у Бубоки уже есть, они уже нападают с более сейвовым... своим саппортом четвертой позиции. И совсем скоро то же самое будет уже и в отношении Q использоваться. И они идут по топ-линии, надеялись здесь кого-то найти, фармящего, там, загулявшего, но на варде никого не видно. LFI пока читают эту ситуацию, аккуратно под своей вышкой стоят, не подставляясь под ганг, под смоками от команды Invictus Gaming, и ждут теперь уже ошибки от самих IG. IG хорошая позиция, они зафиксировались. На чужой территории обвардились, стоим, ждем, как кто-то допустит ошибку. Никто ошибку не допускает. Elder Titan знает, да, ну а вы читаете. Находится противник, Astral Spirit отправил на разведку, дал инфу своей команде. Ну теперь можно аккуратно занимать нижний какой-то лес, нижнюю часть леса, нижнюю линию. И дальше толкать. Дальше собирать свои артефакты. А что мы ждем, собственно говоря? Вот, например, я вижу Башер у Phantom Assassin. БКБ, Дизоль, Баш, Hood of Defiance будет делать Эбисол. ХП маловато, но Эбисол, думаю, немного это проблема. Контроль. Решит. Это дополнительный контроль, которого пока не достает. Да. Этот контроль необходим в данной ситуации, но вот все-таки еще какой-никакой хп-пункт. А зависится. Вот и Хекс от Мираны тоже доп-контроль. Пока все очень четко. Ну вот Хекс с Хексом, а там уже с БКБшки, я думаю, будет летать. XXS, судя по его геймплею, вряд ли из тех, кто влетает, не прожимая БКБшку. Но тут еще все впереди. Пока что Астральное воплощение палит вот эту всю контору на хайграунде. И здесь уже стоит прятаться, видимо, на свой ХГ, на свою базу. И ждать, пока придут к ней оппоненты. Супер, попробуешь? Попробуешь? Ну вот же он сладкий. Он не спрятался. Супер понимает, там фламгард активен. Блин, вот он Эмбер, супер. Нет, все-таки решил сделать ТП. Тут не хватит дэмэджа у одной лины, чтобы его забрать за один присест. Так что я думаю, в любом случае через минуту. Слушай, думаешь, 1500 хп не снесет? Думаю, да. Думаю, уже маловато. Учитывая то, что у него флеймгвард был, он там его поражал как раз для того, чтобы фармить и идти дальше. И его бы еще сбить надо было, это как минимум одну задувку впитать. Так что думаю, что... Ну, возможно, да. Возможно, ты права. Есть Рошан, который очень быстро забирает XXS. Теперь это Айегис для него. И возвращается. Invictus Gaming получает небольшое преимущество в виде, опять-таки, наличия дополнительной жизни у XXS. Снова оккупировали территорию в верхнем лесу команды LFI. И будут прессинговать, будут забирать тир-2 строения, конечно же. Посмотрим, LFI на каком моменте согласятся на бой. И согласятся ли на него вообще? Ждем пока что, потому что драться не хочется. Еще раз хочется напомнить то, что эта карта для LFI, ну, по сути, одна из решающих. Все верно. У них сейчас счет 3-3. 3-2. 3-2. У них сейчас счет 3-2 после поражения в Serenity, и проигранная карта им сильно усугубит ситуацию. Есть только один лидер непревзойденный, это IG, вот как раз-таки в существующей таблица. Это получше, на самом деле, для таких вот середнячков на мотив LFI, вот в плане очков, в отличие от СНГ, потому что в СНГ там есть лидера два аж целых. Это Fly to Moon и Spirit, то есть для других шансов прорваться уже два раза меньше, чем, допустим, на китайском регионе. Наверное. Там же и спада, по-моему, тоже тащит. Да, и спада, да, и спада. То есть три команды уже там с счетом 4-1. У остальных там еще, по-моему, три команды 2-2, и на этом все заканчивается. Так, секундочку. И пока живем. Живем и смотрим, что у нас эта дота нам показывает. Ну, показывает пока то, что Лишак тоже приобрел себе эндиск, наконец нафармил Q, как, так же, как и Бобока. Бобока уже понимает, что пора выходить в лейт, собирать себе какие-то уже артефакты на урон, пробивать под фокус-файером Phantom Assassin, поэтому будет делать Monkey King Bar. Очень грамотное решение. Вопрос только в таймингах, да, то есть понятно, что Бобока по приоритетности фарма, ну, получается, после кого? После Бладсекера, очевидно, после Эмпер Спирита, после Брюмастера, то есть четвертый.
Поэтому денег, конечно, ему много не дают. Ну, в файтах надо хорошо себя позиционировать, надо кого-то убивать, тогда деньги есть. Но все равно, даже то, что у него есть сейчас, это достаточно дорого для саппорта. Ты посмотри на его нетворк в общей сложности и сравни его с последней позицией. Вот это действительно разница та еще. Но, конечно, трудно перекидывать всю ответственность на пятой позиции, они все-таки покупают там. Четвертую с пятой позиции сравнивать, да, наверное, все-таки не стоит. Но все равно здесь, поверь, тут варды явно не 8 тысяч стоят, которые сейчас разница у них есть. То есть... С Elder Titan надо сравнить. С Elder Titan все равно есть разница в 5 тысяч, и это весомая разница. Вот как раз вот примерно так же, если бы не покупал варды, было бы и разница с Witch Doctor'ом и с Лишраком. Так что все примерно одинаково, и перефарм какой-то есть все равно. Вот как раз вот этот эфириал вейт... о котором мы говорили, там, если бы это было Dark Willow, это Radiance, если бы это было Naga Sirena, и это сейчас у Бобоки куча денег сверху, что он там докупил себе уже, половину МКБшки, что там? Там Джавелин, по-моему, да. Уже был приобретен. Да, Quarterstaff, по-моему, еще. Да, Quarterstaff и Джавелин. А вот как раз вот эта вот куча денег, по сути, 2000 с небольшим, и... Опа! Ну, да, это должно было случиться. Я ждал. А здесь Аегис. Это все было продумано. Он подбайтил. Эрл, идеальный инфлеймище, батя! Этой игры, ну... Наказать этого наглеца за тут Цвеллинген сферы, наказать его за тут Цвеллинген вара. Туда его в кабину, конечно. Вот, я ждал, должно было произойти. Не может быть в профессиональной доте иначе. Эмбер Спириты, которые не собирают себе артефакты на сейф, они вот так вот подставляются, вот так умирают и сидят в таверне без байбека. Ну, кто же знал? Я знал, я чувствовал, это должно было произойти. Знаешь, вчера была ситуация, мне мой Шторм сказал, что он никогда не пропускает Ферзблада, потому что у него секретный хак, благодаря которому он может это делать. А потом он у меня на глазах пропустил Ферзблад. Вот здесь примерно то же самое, понимаешь? Потому что он никогда не оступится, но все-таки оступился. И БКБ где-то там грустненько лежит у него. Одна маленькая Линкенсфера в инвентаре могла бы сейчас просто спасти ему жизнь. Ну, просто элементарный хекс от Инфлейма ушел бы никуда. Да, так и есть. А Инфлейм в итоге два раза законтрил. Он первый раз законтрил хексом, второй раз законтрил стрелой по идеальному таймингу. Инфлейм, ну просто, батя, хлопаю стой. Молодец. Эмбер Спирит, конечно, за это не был наказан с несенной линии, очевидно. У него появился байбек. Сейчас Бобока курьера перехватить, Бобок контролем. Тут же Айондис, Бобока под Винраном бежать. Ой, ну Мирана, сейчас он все равно условит. То есть здесь Айондиску не спас. А вот Фатос. Ну, слишком много героев на него набросился, от одного бы он убежал с Айондиском, а так придется терпеть. 40 минут игра длится, самая затяжная, по-моему, из того, что нам сегодня довелось наблюдать, и до сих пор все более-менее на равных по нетворсам. Ты видишь, общая сложность, перевес на 2000. Всего лишь? Вообще никак не котируется на 41-й минуте, это преимущество, даже называть нельзя. Ну так, пофармить чуть-чуть минутку и уже, считай, оно пропало. Ну тут уже 3000, немного получше стало у Invictus'ов. Но это, кстати, даже вот странно, учитывая то, что они на базе сейчас сидят, а у LFI полная свобода действий. Ну это так, тут погрешность того, что натикивает. Да. Зубами, когтями, не знаю, чем еще. Но, в общем, с последних сил цепляют за эту карту LFY, делают все возможное для камбэка. Пока надо, получается довольно... Надо. Да, они обязаны это делать, других вариантов нет. Но посмотрим, Invictus Gaming смогут ли вернуть себе былое величие в рамках данной карты. Смотрю я на Ember Spirit, XXS. Что это у него такое? Это Мьёльнир такой, да? Или что? Почему он зеленый? Потому что это эффект от компендиума. Как я это буду, как мне это нравится. Ладно, да, я тоже люблю эти эффекты, особенно там всякие грифсы и меки, которые похожи как две капли воды, потому что одного цвета становятся и прочие такого рода вещи. Ну, это там блидагер, юлы и прочие вещи. Молоточек наблюдали, по-моему, от Войда какой-то синий, да, как дабл дэмэдж, который светился. Но это вообще кошмар какой-то, конечно. Ладно, XXS хочет приобрести себе БКБ, и нужно ему это, он прекрасно понимает, еще фармить, купит себе БКБ, останется без байбека. В общем, сейчас XXS подставляться нельзя. Он показывал идеальный плей с точки зрения, что он не подставлялся, теперь он подставился один раз, и теперь ему страшно. Да, он держит себе золотишко на байбек, не закупает частей БКБ, которые мог бы себе позволить. И пока ждем, 24 уровень, скоро совсем уже талант появится. И 20-й у Брю. Вот это тоже, кстати, важно, потому что на 25-м вы можете себе позволить уже по кулдауну нажимать свой ультимейт. То же самое касается Мираны, насколько мы помним. У Мираны, кстати, какой уровень сейчас? Она далека от своей цели? Ну, кстати, тоже совсем рядышком уже. Ее просканили. Знают, что там есть персонаж. Вот она, Мирана. Шекл, ой, неудачно Бобока соинициировал. Как-то он долго летел, знаешь. Мне кажется, что тут замедленный Шекл был, и хватило бы реакции. Инфлейм успел зевнуть там пару раз, пока летел этот Шекл. Но пока, ну там просто он крутился вокруг крипа какое-то время, поэтому показалось так. А вообще, Линкенсфера собирает себе Мирана, вот как раз таких вот неудачных
врывов, но когда тебя через крипа привязывают, это так не работает. Ну, там от каких-то других не очень приятных способностей, типа Блодсикерского рапчера. Да, вот именно рапчер здесь самая большая проблема, которую нужно перебарывать. И я думаю, что там стоит и фантомке об этом задуматься. А тут всем, конечно, нужно. Эликенсферы, Эйн-диски и супер, который опять будет ловить сейчас. Да ну, ха-ха, иди сюда! Иди сюда просто! Как там у тебя с Эликенсферой дела? Норм? БКБшку за всю покупаешь? Боль прям. Просто отрывается супер. Я прям вместе с супером отрываюсь сейчас. Мне прям вообще в кайф то, что происходит. Как ты злорадствуешь, знаешь, ну, чтобы потому что нельзя так играть. Нельзя так играть, потому что... Ну, кто же знает, нельзя или нельзя. Ну вот супер доказывает, что нельзя так играть. Ну это уже он, мне кажется, немного слетанул после своей смерти и начал неаккуратно действовать. Это уже его ошибка, так он мог не поставиться тот один раз, и все было бы идеально дальше. А тут есть уже и оглушение, но на Q этого немного не хватает, зато есть Тана супера. Теперь он начинает его разрубать, там уже айон-диск срабатывает, с другой стороны Бобока тоже с айон-диском. Погибает зато Q, с ним разобрались, теперь настала очередь. Рыжий мадам, и вот здесь айон сбрасывают, и теперь начинают расстреливать. Вот ошибаются, столько ошибок от Invictus Gaming, столько брака, они подставляются, сбивают Эмбер Спирит, потом ВР-ка или шаг без байбеков. Эмбер, если сделает байбек, будет без блокинг-бара, очевидно. На ровном месте буквально, не то чтобы потеряли свое преимущество, они просто отдают карту сейчас. Мне кажется, тильтанули все-таки после этого неудачно. Взяли Аегис, все у них было для того, чтобы пойти и сломать трон противнику, ну хотя бы сторону. А не взяли, отдали безбожный Аегис и стрик в 10 убийств, и после этого как-то все наперекосяк у них пошло. И пока, да, ну, уже 3000 преимуществ на стороне LFY, все равно это мизер, но сторону заберут и будет уже все 6. Да, минус бараки, сопротивление, конечно же, здесь такого не будет, Эмпер Спирит просто не хочет байбекаться. Крайней линии снести не получится, если бы там не было тир-2 на топе, они бы, безусловно, пошли и сломали еще топ. Но там стоит тир-2, снизу вообще стоит тир-1 внезапно на 45-й минуте. Да, они уже давно как-то около него терлись, и думал, забрать его или нет, там на 25-й минуте, что ли, сейчас уже 45-й, и все стоят. К слову, вот эта карта нам сломала расписание на 20 минут, теперь мы опаздываем. До этого все было прям идеально, в каждый час начиналась новая карта. Ну а пока 25-й уровень у Эмбер Спирита, Хек себе собирает, Хек. БКБ взял, без байбека решил остаться. Ну, тут панель пропал, да. То есть без блокинг-бара он понимает, что он уже не боец. Уже третий раз умрет, да. Поэтому БКБ надо, ну а теперь с блокинг-баром просто не погибнуть. Тем более, что они знают, что Рошан сейчас откатится. Там, по-моему, большой таймер прокнул. Поэтому БКБ позволит, ну, поконтестить его. Либо дать возможность зайти, когда там будут LFI, либо зайти первыми и не умереть сразу, если на них нападут. Дейдлс уже есть у супер, очень больно будет пробивать с руки, 25 уровня, конечно, дальность атаки, там, с нереальной рунжи просто будет расстреливать супер. Ну и последние несколько минут супер исполняет на просто идеальном уровне. Бладрайт пытается зацепить Ахвуах, тут тоже есть Эйн-диск недавно приобретенный, Эрроу в сторону урона, нет себя никого. Рапчер пошел, Манет пошел в бой, опять Эйн-диск, Эбисл Блейд, СРФ запрыгивает, Клэп получает кекс. Какой Клэп, где Праймал Сплит, где Праймал Сплит, СРФ? Ну да, как вы... так можно? Ну я не верю своим глазам. Invictus Gaming, wake up! Карта проигрывается прямо сейчас. Минус 3 уже сделали. Эмбер Спирит уходит на ремнантах. Агрессив тоже в панике убегает. Преследование продолжается. Команда LFY просто дожимают противника. Супер под Shadow Blade. Поднимают в Юл. БКБ нет. Стан по таймингу. XXS таверну. И подцепили еще Агрессива. Он с Блейдмейлом дерется до последнего. Но жизнь его здесь тоже прекращена. Минус 5 без потерь от LFY. ГГ. Где-то в мире сейчас грустит или, наоборот, ликует 1НС. Клэп, который не дал ему позволить прожать ультимейт, сейчас похоронил. Ну, возможно, и всю игру. Ну, а здесь ряд ошибок здесь поставились все. Но это хорошая победа. LGD 4 Young в итоге сейчас 4-2 счет имеет в группе и хорошие шансы на выход в плей-офф. Теперь еще бы одну карту не заруинить, и все было бы вообще идеально. Но в целом, даже если они ее заруинят, и все остальные тоже плохо сыграют, то у них все будет хорошо. Я, конечно, дикий фанат команды LFY, но я хочу признаться, что это не победа. Ну, понятно, заслуга LFY здесь, безусловно, это есть. Это не победа их, это поражение вот, Invictus Gaming. Это очень важная фраза. Почему? Потому что XXS заруинил сам. После 10-0-5 у него 10-3-5, игра проиграна. Три смерти. Ни одного убийства. Он ничего не смог сделать в лейте, хотя имел бешеный старт просто из-за неправильного айтем-билда. SRF, который дает клэп перед тем, как дать Primal Split, но это классика.